Добрый вечер! Королева Елизавета – человек с особым чувством юмора. Именно поэтому она просто жить не могла без розыгрышей. Сори за опоздание, вы уже все собрались, даже Ричард, мой любимый, пришел. Как же я рада вас видеть! Мой дорогой, боже, как же вы хорошо выглядите! Мое солнышко замечательно! Ну что, если все готовы, и я готова. Ваше Величество, господа, я бы хотел представить вашему вниманию новый законопроект. Главный посыл этого закона – сделать налогообложение как можно чище, как можно прозрачнее. Извините, я отлучусь на секунду. Королева Англии всегда очень тщательно готовилась ко встрече с высокопоставленными особами. Вроде все. Ништяк. Мужи всегда следуют за своей королевой. Очень любила трогательные фильмы. Я ехал в Розинг с единственной целью увидеть вас. Вопреки голосу рассудка, ожидания моих близких, существующего между нами неравенства, я решил отбросить все сомнения и просить вас прекратить мою агонию. Я вас не понимаю. Ваше Величество! Да, да, Джеймс, да. К вам посол Нидерландов. Пусть заходит. Ваше Величество, у вас... Одну минуточку. Проходите, пожалуйста. Угощайтесь. С карамелькой. Спасибо. Королева Елизавета, как и подобает настоящему монарху, всегда думает о безопасности своих владений. Ну, держись, сука! Долбаные пуэрториканцы! Отойдите от моего садового гнома! Ба, ты чего? Это что с тобой? Шантропа! Виски мне! Больше, чем своих подданных, королева Англии Елизавета II любит только своих внуков. Ну как, вам понравилось? Гарри, солнце, ты как всегда заел. Бабушка, спасибо. Все было очень вкусно. Мы поехали в Гарри. Подождите, подождите, бабуля вам приготовила подарки. Так, вот твоя любимая селёдочка. Ну как не надо? Да, вот твои грибочки, пожалуйста. Бабушка, спасибо. Все ты знаешь. Все было очень-очень вкусно. Мы поехали. Отлично, я рада, что вам понравилось. Пойдем, Гарри. Пока, бабушка. Уильям. Стоять. Ты как старше должен повлиять на Гарри. Он совершенно отказывается носить кольцо. А на улице уже холодно. Бабушка, я все слышу. Чуть не забыла. Бабушка, нет. Шапку надень. Бабушка, не надо, пожалуйста. Бабушка, нет. Так, Уильям, да, я должна, вот... Я прошу тебя, возьми и сводишь девушку в кафе.
Спасибо, бабушка. Мы поехали, Гарри. Stop it! Come in, please. Мои золотые мальчики. Мои сладкие губки. Бабушка, мы пошли. Гарри, пойдем. Ломала. Да хранит вас Господь. Только банки верните, а не как в прошлый раз. Как и все англичане, королева не представляла свою жизнь без футбола. Ваше Величество, я слышал какой-то шум. Вам, как всегда, показалось, Джеймс. Вы уверены? Да. Тогда почему вы в бутсах? А ты глазастый. Давай на ворота. Давай, Джеймс, становись. Темз у меня в селезенке. Ты можешь на них? Мало кто знает, что королева жила, как самые обычные люди. Ой, нельзя было фотку получше найти. Как крокодил получилось. Прошу вас, подними руку сердце. Вот. Так что у нас на повестке дня? Присоединение к герцогству Йоркширского. Так вот, с одной стороны, мы за консолидацию присоединения. Мы всей палатой лордов занимаем позицию принятия графства в коалицию. Я поняла ваш вопрос, лорд Дерек. И вот что я вам хочу сказать по данному поводу. Давайте обсудим позже. Сельма прям как я. Быт королевы окружен огромным количеством традиций и ритуалов. Ваше Величество, ваш завтрак. Ну, наконец-то! Уже 40 лет на это смотрю. Пшли вон отсюда! Пошел вон отсюда! Забери его! Что ты стоишь? В рот мне Тауэр! Где мой долбанный завтрак? Я могу нормально пожрать или нет? Гребаная монархия! Долбанный Биг Бен! Ну неужели нельзя все упростить? Что это? Оу! Это ваш вчерашний ужин, ваше величество? Где вилка? Как меня это все задолбало! Как мне надоели эти гребаные традиции! Я не могу нормально сходить в туалет, трижды не поцеловал гербрита! Я не могу сделать себе апелляцию, если при этом не присутствует преподобный католической церкви! Ваше Величество, но таковы традиции! А какие традиции я должна соблюсти, чтобы послать камердинера куда подальше? Трижды поцеловать британский флаг и сказать: «Да благословит Господь Британию!» «Да благословит Господь Британию!» «Пошел нахер со своими традициями!» Слушай.